Ну, в итоге, как с вами такая упорная игра была, в общем-то, старались поменьше допустить ошибок в своей зоне, в обороне. Вот. На самом деле не очень удалось это, потому что моментов возникало очень много. Вот. Ну, в принципе, сами могли забить, то есть так сегодня, в принципе, игра могла как угодно закончиться, но, видимо, не наиграли на победу. Сегодня вы даже успели поиграть в большинстве. Насколько комфортно игралось, вот, когда доверие тренерского штаба возрастает? Там, как мы понимаете, у нас здесь не то, что даже доверие-недоверие, просто у нас в команде у каждого своя роль. Кто-то выполняет, ну, как и мы выполняем разные задачи, то есть тренер видит, что, может быть, я могу быть полезен там, в принципе, и в меньшинстве играл, то есть, как бы, я бы не стал на этом, на самом деле, зацикливать внимание, потому что на последнее время такие вопросы задаются у нас, как бы, нельзя сказать, что как бы, кто играет в большинстве, тот, например, более полезен, потому что каждый просто выполняет свою работу, и даже та, которая незаметна, она, в принципе, более трудная, да. Если говорить о вас, то ваши две заброшенные шайбы вот в этом чемпионате получились очень красивыми. Там даже хэштеги какие-то в соцсетях запускают. Вы к этому как относитесь? Давлеет как над вами это, нет? Да никак, я, в принципе, от вас это узнаю сейчас, поэтому меня никак... Никак, послушал вас, в принципе, дальше пойду тренироваться, готовиться к следующей игре, поэтому никак не отношусь.